Привет! Показываю вам ножницы Кусторез аккумуляторный Патриот. Вот от них коробка. Вот название модели. Вот что у нас тут написано. А вот Дуглас. Привет! Так, вот параметры потребления. Две насадки. Вот мы смотрим внутрь. Вот они. Вот они. Здесь у нас можно вот так вот держать рукой и резать. Можно добавлять вот эту телескопическую насадку на колесиках. Вот она. Вот колесики. И вот так они катаются. Так, смотрим дальше. Тут у нас насадка для кустов. Так, поставила насадку. Жук. И крышечка сейчас попробую закрыть. Вот. Как видите, такие аккумуляторные ножницы не подходят для каких-то больших глобальных работ с большим объемом травы и многолетних сорняков. Конечно же, они не справятся, они не настолько мощные. Но они аккуратно работают и очень хорошо подходят для тонкой обработки ваших клумб, чтобы вокруг многолетников аккуратненько выстригать траву, которая вам уже надоела, либо нет возможности выкапывать. Вы можете их вот этими ножничками аккуратно выстричь. Плюс еще очень удобная насадка для стрижки кустов. То есть из перей можно обстригать и разный дерен, и пузыреплодник, и хвойные, все, что в голову взбредет. Особенно туи удобно подстригать такой насадкой, которую можно поменять. Вот. Хватает их где-то минут на 30-40 работы, а потом вы спокойно от розетки вставляете перезаряжать, и через час они снова готовы к работе.